Наружная защитная оболочка – значимая локализующая система безопасности, представляющая из себя железобетонную конструкцию. Она защищает реакторную установку и позволяет исключить выход радиоактивности в окружающую среду при любых ситуациях, включая землетрясения, ураганы, даже падение самолета. Изготовление лепестков наружной защитной оболочки выполнялось на производственной базе по изготовлению металлоконструкций. Затем их транспортировали на организованную площадку укрупнительной сборки рядом с реакторным зданием. Всего было изготовлено 29 штук, из них 12 лепестков – это юбка и 17 – тюбетейки. Монтаж проводился в два этапа. Нижняя часть купола весом 200 тонн и диаметром 46,3 метра была установлена в проектное положение 10 ноября. Верхняя часть весом 100 тонн и диаметром 34,4 метра была смонтирована 17 ноября в проектное положение. Сложность установки наружной защитной оболочки заключается как минимум в ее габаритах, в ее весе. Плюс ко всему требования к установке купола очень жесткие. Отклонения не должны превышать 10 мм. Своевременно и успешно смонтировать купол наружной защитной оболочки нам помогла сплоченность коллектива, работающего как один единый целый механизм. Опыт, полученный на предыдущих объектах строительства атомной энергетики, а также на площадке РУПУР в Народной Республике Бангладеш, ну и вовлечение персонала высокого уровня квалификации. В данный момент высота сооружения составляет более чем 65,4 метра. Монтаж купола наружной защитной оболочки – это завершающий этап строительных работ при сооружении энергоблока, что позволит в будущем приступить к монтажу системы пассивного отвода тепла, что существенно приблизит физический пуск энергоблока.